Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Фьёдал Алой. И мы с Атушкой разминаем наши бронзовые ноги, потому что бегать и прыгать придется очень много. Я размял даже руки перед этим пугалом и получил вот случайным образом какое-то достижение. Здесь, кстати, видно, что я нашел всего лишь один медальон из украденных. Всего лишь один. Но с одним-то я назад-то не вернусь, стыдно как-то. Продолжим искать. И вот, пугало бил, за что называется, да, ударить пугало 10 раз. Здесь можно еще выучить, наверное, все высокие технологии, собрать все драгоценности, охотник за сокровищами, картограф, надеть полный комплект снаряжения, использовать все картриджи с данными и смотри, что это такое. Путешественник, активировать все телепорты. Но пока что похвастаться нечем. Единственное, что ударил пугало 10 раз. Да, продавать я так и не смог. Может быть, я чего-то не знаю, а может быть, здесь и продавать ничего нельзя. Поэтому сейчас я глотну масло. Масленок я накупил. В принципе, у меня приличное количество их. Ну да. И я думаю, что хватит. И что? Отправимся в неизведанные тоннели, да? Пойдем. Броня крепка. Мечи наши остры. И осы очень кусучие. О! Ну иди сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, развалился. Отлично. Наверх. Ой, эти жужелки. Раз. Ну, два, все, смелей. Нет, 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 получилось назад отойти. Чпунь, нет. Вот так. Нет, 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 перегрев. Раз. Наверное, лучше, знаешь что, выпить сразу охлаждающую жидкость и просто лупить. Но как-то не доходит до нее все руки. Как ты вляпался в это дело? Ну и ладно. Вот мы и на новой локации. Карты нет. Будем идти на ощупь, так сказать. Чпунь. Куда идти, бог его знает. Но надо карту найти. Ого, ничего себе. Но здесь масленка есть. Здесь масленка есть. И наш старый знакомый. Три бутылочки пригодится. И бомбочки, которые зажигательные называются. И даже шипы, на которые садиться только могут йоги. Но мы же не йоги, да? Наш бронзовый костюмчик, наверное, продрявится. Надо как-то аккуратно. Ну, ты готов? Я нет. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Атушка, молодец, ничего себе, ты меня удивляешь. Вот эту вот штуку я прям не знаю, как. Ее проще, наверное, обойти. Ой-ой-ой. Вот сейчас она, наверное, выстрелит. Я ее просто перепрыгиваю и все, да? Это что такое? Не знаю, что это такое. А здесь есть сундук. Ого. Что это такое? Корпус из мятого железа. Запас масла, запас масла. Корпус из мятого железа. В общем, все, что из мятого железа, оно дает мне запас масла и скорость охлаждения. А бронзовый дает урон. Ну, пускай я буду лучше ходить с уроном. Что это такое? А, бочка. Их. Что это? А, вот это что? Эта штука бьет меня головой. И давай повыше. Отлично. О, а теперь бы запрыгнуть еще вверх. Как это? Ага, получилось, нормально. Пружинки, детальки. Все собираем. Здесь еще одна дверь. Еще одна дверь, которая, конечно же, закрыта, да? Ну тогда вниз пошли. Карту бы найти. Было бы значительно легче. Но мы нашли сундук. Может, здесь карта... Карта, конечно, замечательно. Если простить, то обязательно игра тебе даст то, что ты просишь. Карта. Фрагмент старой карты. Использовать. И можно посмотреть, что мы где-то здесь.
где-то здесь, и нам куда-то туда. Ну, пошли направо. Пойдем направо. Хотя можно и вверх. Давай вверх пойдем. А здесь бронированная дверь, которую не пройти. Раз, два. Главное близко. Нет. Главное близко его не подпускать, и все. Уйди. Фу. Фу. Эй. Черт. О, слушай, это какие-то не осы, это, я не знаю, прям какие-то механические шершни уже. Просто они побольше, и мне кажется, что хпшки у них будет больше. И мне труда будет больше их, наверное, разбить. Масленка. Снова с маленькими этими бутылочками масла. Ну, ничего. Давай, кстати, глотнем, выпьем ее, чтобы масла был полный запас. А, нет, 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 вернуться назад. Ничего себе сюрприз. Снова эти шпы. Ну, попрыгали, попрыгали. Раз, два, три, четыре. Молодец, Атушка. Мы с тобой размялись прям на славу, наверное. Ой, здесь прям двое. А здесь прохода нет? Есть, конечно. Есть, конечно, проход. И смотри, куда-то это все ведет наверх. Это где? Ну, давай эту парочку успокоим. Раз, два, три, четыре. Бежать! Уйди, уйди. Остыли немножко. Можно продолжать. Один готов. Ближе. О! Неловко. Как неловко получилось. Распилят наш бронзовый корпус. Так, хорошо. Выше, да? Давай прыгать выше. И ях, а там сундучок, и там меч. Как это я так быстро получилось прям достать этот меч? Что за меч? Урон и запас масла, а у меня урон и броня. Так что пускай лучше мой стоит, чем стальной террор. Не надо нам никакого террора, мы как-нибудь и без террора. Собственно, это я там же, где и был, да? Ну да. Может, тогда в эту сторону потопали? Смотри, у него какая-то другая броня. Это меня несколько настораживает. Но не отпугивает. Может быть... Эх. Слушай, мне кажется, это совершенно никак на него не подействовало. А вот на меня подействует. Так, ладно, назад. Да нет, она просто отлетает, и мне кажется, я его не пробью никак. О, слушай, ну и вообще нет. Вообще никак. А что же делать? Просто, может, как-то сверху его? Не знаю. Мне кажется, он и сверху не пробивается. Что? 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 Спокойно. Что происходит? Постой, а почему? Так не получается, может быть, бомба? Выпрыгни отсюда, выпрыгни, я прошу тебя. Да, конечно, бомба помогает. Бомба помогает, только не вот с этим бронированным роботом. Масленочка пошла в ход. У нас их, кстати, 37. Можно пить прям и пить, не жалея. Одну за одной глотать и глотать. Боль, 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 боль. Отлично, мы здоровы. И надеюсь, что счастливы. Их, их. Ну, Атушка, Атушка, Атушка. Подожди, ну почему мне... Что-то я не умею, наверное, прыгать просто. И их, вот, получилось. Так, что мы делать будем? Наверх пойдем? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Чпунь. Нет, не сюда, не сюда. Слава богу, ты живой. Слава богу, ты живой. Но это может быть временным. Может быть, сюда сходим, а? Второй медальон.
Второй медальон, я вижу его. Он висит на стреле. Ага, ага. Давай, ты, я до тебя буду доставать, а ты до меня нет. Давай. Давай делай так. О. Чпунь. У нас два медальона. Так, и где это я? Пока трудно сказать. Идем, в общем, так. Куда глаза глядят? Атушка. Ну, Атушка, давай. И еще раз. Вот так. Так, что будем делать? Что будем делать? С какой стороны будем заходить? Ну, давай с этой. С какой и заходили. Нам как-то нужно наверх добраться, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, сколько бомб. Так, здесь безопасно. Да, не очень-то безопасно. Раз, два, три, четыре. Перегрев. Жидкость пей. Ай. Все. Надо было раньше это делать. Золото, золото, золото. Нет, не прыгай, не прыгай, не прыгай туда. Нам нужно сюда. Чуть не улетели снова вниз. Это телепорт, похоже, да? Правда же? Я так подозреваю, что я теперь просто могу перемещаться, да? Я сейчас проэкспериментирую просто. Да, 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 да. Это несколько облегчает мою жизнь, если я хорошо вернусь назад. В то же место, в то же время. Да, я вернулся назад, замечательно, хорошо. А что там, как туда, не знаю. Не знаю, но обязательно узнаю. Так, дверь открыта, да? Где-то есть ходы, которых я не видел, которые находятся где-то внизу. Нет, не здесь. Мне нужно в другую сторону. Постой, 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 постой. Что ты делаешь? Мне нужно куда-то вот вниз, прям сюда вниз. Можно так или нет? Лифт, да? Да. Нет, да? Так прыгать нельзя. Здесь что? Здесь какой-то кодовый замок? Не знаю, но дверь заперта. Здесь проход. Ха! И что мне здесь делать? Я сюда не пойду. Нет. А как? Я вообще не пройду это место. Я вижу, что здесь дыра. Будет. Чпунь. Хорошо. Разбить. Так, там внизу краб, да? Внизу краб. Нет, стой, уйди, уйди. Фу-фу-фу-фу, отстань от меня. Где это я? Я уже окончательно заблудился, конечно. Назад. Вертушка летит. Ну, ты ближе будешь подходить? Нет. Ну почему мне никто не сказал, что у меня масло заканчивается? Ну почему? Как обидно, как обидно. Черт побери. Ну ладно. Где наш телепорт? Главное, мы что телепорт открыли. Подожди. Забыл, совсем забыл я про масло. А может не спешить, пока посмотреть, может здесь что-нибудь. Может здесь что-нибудь. Еще не открыто. Вот в этой стороне точно ничего нет, а? Вот так, судя по карте, что-то должно быть. Нет?
Блин. Судя по карте, должно что-то быть, а так вроде бы ничего и нет. Ну и ладно. Ну и ладненько. Тогда вернусь в то место, откуда пришел. Подожди. Поехали. Прыгать вот ты не можешь. Пока на лифте едет, он прыгать не может. Можно вниз упасть. Можно же вниз. Я же не умру. Да нет. Ой, нет, нет. Глоток. Глоток свежего масла. Глоток охлаждающей жидкости. И давай. Чпунь-чпунь-чпунь. Отлично. Здесь нет? Нет, здесь нет. Здесь просто дверь. Здесь просто закрытая дверь. Нужен картридж. Где его найти? Бог его знает. Где эти картриджи? Неизвестно. Тогда надо выбираться вниз. Перестань прыгать. Все, делаем правильно. Чпунь-чпунь. Собрали. Глоток масла. Масло вообще, я не знаю, я думаю, что его даже и жалеть-то не надо. Лучше пить и пить его. Зачем его жалеть, зачем его экономить? Готово. Готово. Эй! Раз, два, три. Перегрелся. Ну, подожди, подожди. Ты же не спрыгнешь, да? Ты же не спрыгнешь. Так, ладно. Наверху там еще бочонок. Хватит? Нет, не хватило. О, это что? Это что за труба? Ха-ха. Маленькие крабики. Подожди, я с вами... Нет, 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 не получается. Не получается. Значит, что охлаждающая жидкость. Принять охлаждающую жидкость. Где мы? Раз. Два. Три. Летят. А как мне сюда? Перепрыгну я, нет? Должен? Должен, нет, ну, наверное, знаешь, вот отсюда я перепрыгну. Ну, была, была не была, хотел сказать. И чуть не умер от разряда, да? Чпунь, чпунь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все отлично. Я сказочно богат и жив. 2800. Проходик, это куда ведет приход? Куда-то в неизведанное место. Крабочки. Перегрев. Перегрев. Ух, надо отдохнуть немножко. Остынь. Ну что, вниз? Нет. Что ты делаешь? Кто там внизу носится? Блин. Не, наверное, пора принять масло, а то получится, как в прошлый раз. Глотай. А внизу в спило бегает сумасшедший, тогда я лучше сюда. Ой, не то что спило, его просто не убьешь. Я понял, я понял. Его просто не убить. Может, его как-то можно... Давай вот этой огненной штукой. Иди назад. Ну, не получается растопить. Растопить.
Давай еще раз. Ну нет. Раз, два. Сундучок. Собственно, ради этого я, наверное, сюда и приходил, да? Больше здесь делать нечего. Ни картриджи тебе, ничего. Тогда топаем в другую сторону. Нам назад, здесь больше делать нечего. Ну давай. Алло. Где твои разряды? Бабах. Блин, вот это я попал. Что-то как-то... Нет. Нет. Эх. Эх, только не это, только не это. Спешка. Спешка. Во всем виновата спешка. Может мне куда-нибудь в другое место пойти? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Это где? Это где-то здесь. Должен быть проход вправо. Он должен быть где-то... Где-то здесь. Или же нет? Нет. Тогда какой-то должен быть проход вверх. Ладно, здесь нет никаких проходов. Здесь вроде бы нет никаких проходов. А если вернуться немножко назад? Блин. Если вернуться немножко назад и посмотреть что-нибудь в другой стороне. Только не так. Только не так. А я смогу вообще это сделать? Я смогу вообще это сделать, а? Масло глотай. Еще. Еще. Их. Их. Попрыгали. Смотри-ка, что-то было внизу. Внизу. Однозначно что-то было. Мне кажется, там был проход. А может, там его и не было. Может быть, мне это просто показалось. Давай вот сюда зайдем. Чпунь. Вот что это открыло? Это не то открыло. Хотя, может быть, что-нибудь наверху открылось. Надо будет посмотреть и проверить. Так, масленку пить. Масленки пить. Еще. Вот проходец. Вот же проходец. А здесь я прошлый раз что-то мучился. Так, бомбочки поменять. Нет, не масло. Не масло бомбы. Не так. Вот так. Вот. Почему не получается? Взорвали. Да, я умер же на этом месте. Как бы сейчас не умереть, а? Это что, ради денег я сюда пришел, что ли? Ой, нет, уноси ноги. Так, это я где? Смотри-ка, где-то наверху, в новом месте. Ну, отлично. Уйди. Слушай, они такой большой урон наносят. Мне никаких масленок не хватит. Я только и успеваю открывать эти банки и выпивать, а? Сопьюсь. Получи. Бочоночек. Сундучок. Новый меч. А, и что за меч?
Стальной террор, да? Это этот меч или нет, или какой? Стальной заступник, бронзовое правосудие, урон и запас, урон. Здесь все перекрыто. Здесь все перекрыто, значит нам куда? Масленочка. Значит нам куда-то сюда. Масло, масло, масло. И все, и все. Получается, здесь дальше никак просто не пройти, да? Хорошие дела. Куда же идти-то? Куда же идти? Остается только возвращаться в то место, откуда я пришел. Больше некуда. Больше некуда. Это я вернусь назад. Ну, попрыгали. Раз, два, три. Вот здесь вот нет прохода никакого. Конечно, есть. Смотри, сундучок. Сундучок с золотишкой. Ну, это такой себе проходик. И их. Ну. Ну. Два, три, четыре, пять. Назад. Еще? Да что ж ты? Еха, запрыгали. Так, где мы есть? Где мы есть? Все закрыто, перекрыто. Где-то здесь какой-то должен... Чпунь, чпунь. Ну что, тогда на лифте и вниз. Вот здесь что у нас такое есть? Просто бочонок, да? Просто бочонок с железками. Невелика ценность. Хорошо, здесь мы не пройдем. Масленку выпивай. Все, никаких смертей. Никаких смертей. Идем аккуратно, делаем все четко. Чпунь. Готово. Масленку пьем. Крабика убиваем. Еще одного. Раз, два, три. Ай-яй-яй. Нет, 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 назад. Черт, отпилит нам голову. Отпилит как и дай. Масленку глотай. Где мы? Угу. Летят. Вниз. Подожди, а вниз, внизу-то делать нечего, да? Блин, чуть не умер, а? Чуть не умер. Здесь же мне, в принципе, делать нечего. Да, мне нужно вернуться. Мне нужно вернуться, мне нужно в другую сторону. Ой, какая же запутанная история. А сейчас снова эти осы прилетят. Ну, конечно. Раз, два. Давай. Чпунь, чпунь, чпунь. Ну, ну, ну. Бей, 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 умри. Готов. Какой же долгий путь, а? И где это? В каком-то новом месте. В каком-то новом месте. Если новое место, нужно за это выпить пару банок масла.
чпунь, чпунь, чпунь. Здесь лестница. Зачем она? Ой-ой-ой-ой-ой, чувствую что-то нехорошее. Или нет? Это хорошо, что здесь есть бесплатная... бесплатная заливка масла, но... Я просто думал, может быть, боссик какой-то, такой, какое-то большое место, пустое, никого нет, странно. И посередине стоит никому не нужная масленка. Хм. Интересно. Точно ничего нет. Она даже как-то обозначена как выходом каким-то. Наверное, нет. Наверное, нет. Тогда дорога только сюда. Чпунь, чпунь. Давай, бей. Опля. Назад! Да перестань ты, хватит. Выпиваем охлаждающую жидкость и побежали. Раз, два, три, четыре. Нет, стой, уйди, уйди, фу-фу-фу-фу-фу. Что там со здоровьем? Со здоровьем все хорошо. Со здоровьем все хорошо. Запас масла, запас бомб. Как-то бомбами нужно тоже пользоваться. Их уже столько собралось. Я вот отсюда могу бросать бомбы? Конечно могу, смотри. Бабах. Ты идешь, нет? Ты идешь, нет? Где ты есть? На. Ой, распилит, распилит, гаденыш. Масло. Не вовремя я пью. Так, ладненько. Слушай, а что, уровень повысился? А я что, даже не заметил? Хм. У нас повышение уровня, а я даже не заметил. Древо где наше? Можно добавить мощности вашим поршням. Можно сопротивление. Увеличивает броню, враги будут наносить меньше урона. А если мы будем развивать броню, то это все идет в масло. Позволяет парировать атаки. А, слушай, может быть, в эту сторону и пойти? Парировать атаки. Научимся. Лови, лови, лови. Броня в любом случае не будет лишней. Ты будешь лететь, а? Эй, включайся. Бочоночек. Так, здесь проход, здесь проход. Ой-ой-ой-ой, как же все запутано. Как же все запутано. Охлаждающая жидкость. Ну, возьмем, пригодится. Пригодится. Чпунь. Что-то мне это не нравится все. Чего-то мне это все не нравится. Не нравится мне что-то это, я говорю. Конечно, сейчас начнут вылетать со всех дыр. Эх, ну я готов. Ладно, давай летите. Давай, понеслась, понеслась, крабики. Глоток. Опля. Ну давай, пока я охлажден. О, эти шерсти нездоровые какие. Нет, 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 нет. Уйди, 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 уйди. Охлаждающую жидкость. Понеслось. Зачем так близко подпускать? Нельзя их так близко подпускать. Масло, 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 масло. Блин, 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 блин. Все, 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 я понял, все, я понял. Нет. Нет. Пошел вон, пошел вон. Уйди. Уйди, уйди, я не хочу умирать. Я еще хочу жить. Выпивай. Здоровье. Уйди. Да не гоняйся за мной, пошел вон. Уйди. Ех-оу.
Нет. Все сжимается внутри. Что еще, что ли? Масло, масло, брось, брось, брось пить масло. Бегаю по этим ступенькам. Ай, распилил, распилил. Лоточек. Эха, не вовремя. А может быть и вовремя. Ай, еще кто-то вылез. Да сколько ж вас много, хватит. В прошлый раз было намного меньше. Зачем ты прыгаешь туда, куда тебе не нужно? Раз, два, три. Отходим. Шершни. Глоток. Глоток. Что-то какое-то это напряжение создает. Зачем вот эти штуки? Я что? А вот для чего, да? Вот для чего. Лучше поздно понять, чем никогда, да? Это, наверное, когда он бегает, я могу с них перепрыгивать. И спокойненько отдыхать. Охлаждаться. Охлаждаться. Ой, ну ладно. Слава богу, я живой. Масло выпивай. Ух, ничего себе. До сих пор руки свело. Так, это куда-то вниз, да? Свалились просто. Рухнули. Это чего? Отлично, на один модуль рывка. Он позволяет выполнять короткий рывок. Вот, смотри-ка. Но я перегреваюсь. Я просто как ракета. Модуль рывка — это замечательно. Модуль рывка — это хорошо. Сундучок с новой головой — это тоже, наверное, замечательно. Нужна эта голова. Температура перегрева, температура простая, стальная. Где меня носит, а? Ух ты! Ух ты! Интересно только то, что я сейчас выберусь. Смотри, а без рывка я бы здесь не прошел. А есть такое место, где... Где нужен был мне рывок до этого? Зачем это так? Зачем это так сделано? Не понял. Ах, вот как. То есть рывок здесь просто необходим. Без него просто никак. Хорошо. Дальше. Я вернулся опять же туда. Нет, мне так это не устраивает. Мне нужно наверх. Мне нужно наверх. Так, хорошие дела. Можно сказать, что я в небольшом тупичке. Потому что я не пойму, куда идти-то. У меня картриджей нет. Надо найти какой-то путь. Здесь все заперто. Может быть, с помощью рывка что-то и где-то. Ах, вот, вот где что, вот где что, вот где что. Конечно, вот где нужен рывок. Так, только бы попробовать рвануть с места, но правильно. Эха, получилось. Ничего себе. Ты готов к рывку? Нет! Ты не был готов к рывку. Ты не был готов к рывку. А тут почему ты не сказал? Блин, подожди, а как же? А что-то что не так? Может прыгнуть? Нужно прыгнуть. Нужно масло выпить. Эха. Во. Вот, вот, вот. Еп. Блин. Глотай масло. Как-то не очень, Атушка. Как-то не очень у нас с тобой получается. Но нужно получиться. Нужно поучиться. Нужно поучиться, нужно получиться. Шершни. Уйди, уйди. Нет, не туда, не туда, не туда ты рванул. Атушка, не туда мы с тобой рванули. Запивай все маслом. Раз, два, три.
Да что ж такое? Мы столько с тобой уносились от этих вот пил, а ты сейчас вот так вот запросто теряешь свои жизни драгоценные. Открыл на свою голову, ну ладно. Так, держи, получи, заработай. Бомбочки, да? Бомбочки это хорошо. Да-дах. Ну и что? Рванули. Чпунь. Масло. Бежим. Бабах. На. Нет больше бомбочек, что ли? Ничего страшного. Мы и без бомбочек справимся. Где мы это есть? Надо карту хоть открыть, посмотреть примерно, где нас носит-то. Ох, где-то очень глубоко. Слушай, ну я бы не лез вот прям так сразу, да? Может быть, здесь что-то есть? Смотри, какое огромное, что пустое помещение, просто и все, что ли? Вот так? А там лифт был тоже с той стороны. Ладно. Пунь. Знаете, я, наверное, закончу на этом. Слушай, масла практически нет, да? Я его пью в неимоверных количествах, уничтожаю. Надо как-то об этом подумать. В общем, знаешь что? Спасибо, что смотрели меня. И пока-пока. До новых встреч, конечно. Пока.